Ну что тут нудишь опять? Что это значит? И что это значит? Кабачок, ты далеко собрался? Эй, кабанчик, давай-ка вот расскажи людям, почему у нас ковер свернутый лежит? М? Что хрю? Это не хрю называется, это называется потому, что я на него писал. Да, вставал в 6 утра, хрюкал под дверью, а потом писал на ковер. Да, кабачок? Иди сюда. Давай-давай, иди сюда. Свинище. Кабачочонка. Иди сюда, я с тобой что-нибудь сделаю. М? Что хрю? Что хрю? Кабанчик. Иди сюда. Вот ты вредина. Хвост свесил, отвернулся и стоит. Времени 10:30. Ужин 11:00. И ты будешь 1.5 часа следующие так нудеть? Видимо, планирует нудеть. А тут у нас что? Ну, давай, 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 пойдем, пойдем. И куда ты меня привел? А, тут гречкой пахнет. Ну да, варится гречка. Что, у меня нету? У меня нету, у меня только телефон. Что хрю? И очень пустые мисочки стоят, да? Чрезмерно пустые. Через чёрт. Так быть не должно. Так, ну что, уф. Уф, да, пятак твой. Ну что ты всё попой в экран-то? Кабанчик. Какая кисточка-то у нас выросла. Закрученная, красивая. Давай. Ну, куда? Я только хотела хвост твой показать поближе. Ну-ка, иди сюда. Давай. Какой наш свиной хвост. Так, что? Что? Пустая рука. Рука совершенно пустая. А у тебя там еще чай, между прочим, в миске остался. Можно дохлебать. Да не в этой. Опять свиная попа в кадре. Ну, в общем, любуйтесь попой волосатой. Что там? Гречка варится, да? И пахнет. Гречкой пахнет, а в мисочке ее нет. Трагедия всей свиной жизни. Вот так вот каждый вечер. Стоит тут, страдает. Или ходит вокруг меня и нудит. Мы уж с ним научились разговаривать на свином. Да? Кабачундель. Уже скоро соседи начнут так же, да. Корми свинью. Свинку покорми. Да. Ой, ты мою чавкала. Красивая мордуленция. Кто сегодня спать не давал? Вообще с утра. Признавайся, ты не давал спать? Отрастил ракезину и спать не дает. Как будто это оправдывает его. Что? А еще научился копытка давать в ванной. Я ему когда отмываю ноги после купания, да, говорю, дай копытка, и он дает. Интересно, на кухне сработает? Но... На кухне ничего не сработает сейчас. На кухне голодная свинья. Ты уже там слюней повесил, что ли? М? Свинятина. А что ты опять попой в камеру? Вот, давай мордой в камеру. Да, пятаком своим слюнявым, давай. Да, пустая рука. Так, эксперимент с копытом хотела провести. Боже, что там опять съел? Так. Да ну нет же. Хряк. Дай копытка. Дай копытка.
Нет? Сейчас бесполезно. Вот ты зачем слюней опять повесил? Не уф, ай, не слюней в телефон. Всех бесит, когда зубами скрипят. А у нас по полдня вот этот зубовный скрежет. Да. Все свинки скрипят зубами. И постоянно чавкают. Да. Ну что? Показали людям печальную свинью? Давай закругляться. Давай. Ну все, пока.